8 февраля 2023 года в Удмуртии в возрасте 84 лет скончался актер и режиссер Александр Блинов. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице в социальных сетях. Александр Андреевич Блинов появился на свет 28 марта 1938 года. В 1961 году он окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, а в 1967 году и режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Также актер окончил высшие режиссерские курсы. Александр Андреевич прошел стажировку в Париже в составе творческой лаборатории Товстоногова у Питера Брука. С 1968 года артист работал в Свердловском драматическом театре и параллельно преподавал в театральном институте. Затем он перевелся в Ижевск, став главным режиссером Русского драматического театра имени Короленко. Был главным режиссером Государственного национального театра Удмуртии. Александр Андреевич Блинов был художественным руководителем и режиссером молодежного театра «Дарт» в Ижевске. Поставил более сотни спектаклей во многих городах России. Работал главным режиссером Читинского, Ивановского, Карагандинского и других театров. В кино актер дебютировал в 1955 году, снявшись в эпизоде картины «Доброе утро». В 1964 году Александр Блинов сыграл одну из ведущих ролей в фильме «Донская повесть». Также он снимался в таких фильмах, как «Ссора в Лукашах», «Шофер по неволе», «Месяц август», «Осторожно, бабушка», «Полосатый рейс» и в других.